Друзья, здравствуйте. Расцвела красавица Стрингопия кулата. У нее вот сейчас подойдем, посчитаем, сколько цветоносов. Очень-очень сильно пахнет на всю теплицу. Очень красивая. Но она у меня цвела. Наверное, мне уже не удивительно ее цветение. Тут, конечно, вот эта вот люстра из цветов. Очень красивый кадр, когда вот так вот смотришь снизу. Просто даже растения не видно. Вот здесь все равно не получилось заснять, когда распустили все бутоны. Но все же вот, 3 дня она цветет, вот первые открылись. Последний не открылся, и скорее всего он уже не откроется, а эти будут отцветать. Давайте посчитаем одновременно. Вот тот цветонос, он уже отцвел. Это первый был. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 цветоносов. И вот 7 цветоносов сейчас открыты. Очень красивое зрелище. Хотела поделиться с вами такой красотой. Ну, такое вот маленькое видео. И, наверное, на этом и закончу в историю. Спасибо за просмотр. Пока-пока.